Во-первых, я считаю, что он абсолютно прав, имея право говорить. Что значит, он получает зарплату из госбюджета? Он получает за тем, чтобы говорить. Если его точка зрения, он и должен высказать. А никого не оскорбил, тем более СМЕШ действительно причастен к огромному количеству силовых действий по отношению к военнопленным, к солдатам, ко многим-многим другим. Вопрос в том, что, допустим, у нас всегда был вопрос там, с КГБ, хорошее или плохое. Но в КГБ была контрразведка и разведка, которая хорошая, да, и в КГБ были структуры, которые подавляли инакомыслие в стране. Это плохо. В СМЕШе точно так же была контрразведка, которая разоблачала преступников, то есть шпионов. И были подразделения, которые, извините меня, заградительные отряды, которые расстреливали в спины наших невооруженных бойцов. Это не преступление? Преступление. Просто давайте информировать, давайте копаться в истории, давайте не писать историю набело, придумывать ее по новой, а давайте разбираться в ней, кто был, что делал и зачем. И вот тогда выставлять оценки. Но он абсолютно прав, что он высказал это мнение. Это его мнение.